Всем приветик. У нас тепло, курочек выпустила я. А у меня тут охота началась. Вы видите, что делается-то? Мне прям интересно, чем закончится. Кто-то тут на охоту вышел. Ну, давай, давай. Типа мы тебя не видим. Угу. У меня тут, видите, охотник какой-то появился. Маленький, пушистый. Чифуль, ты охраняй девчонок-то. Ой, совсем за столбом тебя не видно, только глаза одни, конечно. Да. Ну, так неинтересно, да, охотиться? Так неинтересно, все видят. Чиф, ты далеко уже ушел. Вот еще один товарищ сидит. Пожалуйста. На подмогу вышел. Ой. Ой. Ну, ладно. Нет, опять охота пошла. Чиф, ты больно далеко ушел. Чифуль, иди сюда. Чиф, 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 чиф. Зови девочек сюда, чифуль. Вот охотник какой черенький, а. Вот интересно, поймает курица, он же бестолковина, не понимает о том, что курица-то больше его. И петух большой. Ой, сейчас что-то будет. В засаде лежит. Так, надо мне, наверное, дойти. Там калитка, по-моему, открытая. Закрыть калиточку. А то еще мои куры туда рванут. Точно. Чивчик, тут на вас охотятся. Ты видишь, что происходит-то? Что-то у нас здесь калитка открытая. Наверное, ветром открыла. Вот, все закрыли. А то там под забором очень большое расстояние под воротами. И могут девчонки уйти. О, а я все думаю, кто бы мне листья посгребал. Вот сейчас тут пойдет процесс. Процесс сейчас пойдет. Да. Так что у нас сегодня первый выгул. Видите? Даже не знаем, кого выгуливаем. Кошек? Чушек? Или курочек? Все работают. Вот такая красота у нас. Да. Ты пойдешь туда охотиться дальше? Ты меня боишься. А вон там еще одна сидит. Девчоночка. Ой. Ветер сильный. Уже, конечно, ничего слышно не будет. Поэтому, что я вам могу сказать? У нас весна, весна, весна. А в воскресенье обещают 20 градусов тепла. Ну, все потихонечку тает. Ночью у нас подмораживает хорошо. А днем прям так усиленно хорошо все. Тает. Ты выглядываешь? За мной подглядываешь, да? Это Шипучкина дочка. Мне так кажется, что это девочка. Вот.
Вот такое вот погуляли с вами, небольшое видео сняли, да? Отчет я вам сняла. Ну что, дорогие мои, весна наступает, да, скоро тепло будет, почки будут напухать. Будет красота, тепло. О, боже мой, даже там вон кто-то по крыше лазит. В общем, у нас тут кошек, ну, завались. Надо срочно бабушку вызывать с Диной. Что-то кошек много развелось. Ну ладно, всех целую, обнимаю. Всем мира, добра, любви. А пока-пока.